Холода не боятся, но испугались съемочную группу. Увидев незнакомых людей на своей территории, косули замерли на месте. Единственный, кто рад был приветствовать гостей, глава семейства Юник. Сибирские косули зиме будут только рады, говорят смотрители зоопарка. Даже в непогоду парнокопытные лежат на снегу и не мерзнут. Вот скоро должен рога отвалиться, у него обычно к осени гон начинается. Вот. В соседнем вольере расположились фазаны. Раньше там жили попугайчики, но на зиму их переселили в зимний сад Дворца культуры. В этом году мы решили вон оригинальную постилку так сделать, как в лесу. Вот шуршит, им нравится, вот они лягут, как в лесу. Вот так. Здесь у нас цесарки. Они самыми первыми на зимовку ушли, потому что сырости боятся. Вот чуть прохладно были, мы сразу сюда перекинули. И дикобразы наши здесь, самые последние пошли, перешли сюда. У следующего вольера нас встретили гостеприимные гуси. Встречать гостей поспешили куры и индюк-пенсионер. Он здесь самый старый, ему уже 8 лет. Это те птицы, которые не боятся холодов. Сколько здесь кур, Иларион Ким точно не знает. Сложно сосчитать и ушастых. О, кроликов здесь не считать, везде много, и там бегать везде. Еду на зиму работники заготавливают заранее. В общем, к зиме в зоопарке готовы. Он пользуется большой популярностью не только летом. Посмотреть на животных родители с детьми приходят и осенью, и зимой. Ну вот каждый день вот внучка, внуку я прям прихожу. Нравится здесь, конечно, вон всякие птицы, как говорится. Ну, не часто ходим, но бывает. Полина Сураева, Альберт Батюнин, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».